Новости. Настоящее новогоднее чудо. Музыка, мороз и лед. Все, что нужно для волшебства, которое представили воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища для детей-сирот из детского дома «Росинка». Новогоднее шоу получилось насыщенным. Одни кадеты исполнили несколько композиций на барабанах, другие продемонстрировали мастерство фигурного катания. Ежегодно перед новогодними праздниками мы собираем детей-сирот, поздравляем их с наступающим Новым годом. Приглашаем к себе детей детского дома «Росинка». Сегодня для них устроили мероприятие, на котором вручили наши спонсоры, попечители всем подарки. И на ледовом катке мы подготовили праздничную программу. В том числе хотели бы они посмотреть хоккейный матч с участием наших кадет. Ну и дать возможность им покататься сегодня на нашем катке. Дети остались довольны представлением и подарками от Деда Мороза. А после совместного фото местная хоккейная команда провела показательный товарищеский матч. Алексей Кравченко, Никита Чуб, АТВ Ставрополь.